Уважаемые дамы и господа, кто не видел, как растет ланган, сейчас я вам покажу. Здесь плоды еще наливаются, еще совсем маленькие. Небольшие деревья, где-то до 3-4 метров в высоту. Вкусный экзотический фрукт, тоже имеет свои витамины для организма, очень полезен. Ланган есть двух сортов, с маленькой косточкой и больше мякоти, и крупная косточка с меньшей мякотью. Вкуснее, конечно же, плод с маленькой косточкой. В определенных провинциях Вьетнама он произрастает. Наша компания занимается поставками свежих фруктов из Вьетнама. Экспортные поставки на условиях CPT, FOB, CFR, CIF. С портов Хошимин, Хайфон. Свежих экзотических фруктов. Можем обеспечивать объемы на регулярной основе. Формируем достаточно быстро, качественно, полный пакет документов, наличие всех необходимых сертификатов. Сертификат of Regional, освобождающий от пошлины в России. Обращайтесь в нашу компанию, наши менеджеры грамотно вас проконсультируют по всем необходимым вопросам, подберут самые оптимальные схемы доставки, предложат самые выгодные альтернативы. С вами компания Олмиш Азиафуд. Всем хорошего дня, отличного настроения. Вот, это получается, с ящиков они высыпают, потом начинают обрезать его дольками. Обрезают. Вот так это все общипывается.